В 2017-м крохотное государство Сан-Марино выпустило монету в 2 евро в честь 750-летия этого гиганта от живописи. Джотто. Именно этот художник открыл дверь в искусство Возрождения. Открыл за 200 лет до того. 200. Он предтеча той революции, которую делали да Винчи, Микеланджело, Тициан. Ведь Джотто сделал фрески трехмерными. Герои у него на фоне пейзажа, а лики он заменил лицами. Старыми, молодыми, скорбными, благородными, разными лицами. И это впервые в истории живописи. Как написал один искусствовед, они дышат, разговаривают, плачут и радуются. Джотто вздохнул живописную реальность в изображении Богоматери, Иисуса, святых апостолов, в истории Святого Писания. И это было в XIV веке. И какая радость видеть 750 лет спустя фрески Джотто в Падуе, в Ассизе, во Флоренции, и удивляться, и восхищаться. На плоской, двухмерной поверхности сделать трехмерным Святое Писание – это было подвластно лишь гению и революционеру. И потому мир славит Джотто.